Добрый день всем на канале Мои рецепты. Сегодня у меня для вас фаршированный перец. Мелко нарежем лук и обжарим на растительном масле. Морковь натрем на крупной терке и также обжарим на растительном масле. Лук немножко поджарился, теперь можно добавить морковь. Час зажарки отделяем и добавим в фарш, а с остальной сделаем заливку для перцев. Добавим сахар, соль, паприку, томатную пасту. Добавим горячей воды и даем протушиться пару минут. Подлива для перцев должна быть с выраженным кисло-сладким вкусом. Для начинки я использую свиной фарш. Добавляем к нему предварительно отваренный в подсоленной воде рис, зажарку, соль, черный молотый перец, а также выдавливаем чеснок. И все хорошенько перемешаем. В начинку можно добавить холодной воды, начинка будет сочней. В сладком перце удаляем семена. Заполняем перец начинкой и укладываем в кастрюлю для тушения. На дно вливаем стакан воды, а затем заливку. Накрываем крышкой и ставим на огонь тушиться. Фаршированный перец получается очень вкусный, сочный и ароматный. Подавайте его с подливой, посыпав зеленью. Готовьте по моим рецептам, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайк. До скорых встреч!